что машин до хера разъездилось тут. Блядь, нашли место для катаний. Ёбаный свет. Ну-ка. А, и сейчас нету сигналки, блин. Вот это тоже минус. Так, что-то какие-то кочки, блядь, разъебанный асфальт. О. Машину какую-то эвакуировали. Короче, сидя мне больше нравится кататься. Быстрее, безопаснее. Сидя развернуться намного проще. Блядь, кто-то едет. А, у нас зеленый же, блядь. Я что-то и забыл. Холодно, блядь. Лицо просто мерзнет. Вау. Но когда стоя катаешься, все-таки немного другие ощущения получаешь. Все-таки уже такой больше, как типа как на сноуборде. Там, когда едешь, типа, как будто, не знаю, как будто на скутере, что ли, на велосипеде, а здесь все-таки такие больше, как на сноуборде, движуха. Что тут у нас сегодня? Тин-тин-тин. Народ фоткается. Но все равно, даже если стоя едешь, получается хоть и медленнее, но все равно получается быстрее, чем там пешком, например, даже на велосипеде быстрее. Все равно так быстрее выходит. Ну-ка, блин, там скорая. Не люблю, блин, вот разворачиваться, как раз стоя тяжелее. Сидя просто там ногу можно подставить и спокойно уйти на разворот быстро. Скорая лупит. Куда-то она. Вот ты, елки-палки. А, больничку.
Так, это какая-то херня беспонтовая. Фух, короче, замерзать начал.